Здравствуйте, Арсений Селезнев Зиробой. У меня такой вот пример. Это не реклама, просто как пример. Давно стоит эта бутылка Оли Облепихова. Облепиховое масло. Значит, вот тут у меня... Сейчас сфокусирую. Вот тут меня какая-то тварь укусила на мизинце. Но оно не столь очевидно выглядит. Вроде как что-то такое красненькое, набухшее. Но оно жутко чешется, если ничего не делать. И вот я решил смазывать. Только это в третий раз меня укусило. Первый раз за ногу, чуть ниже колена. Там двойная точка. Здесь одинарная точка получилась. Это самая последняя. И сейчас покажу. Вот здесь у меня тоже двойная точка, вот на мизинце с нижней части. Очень чесалась. И покраснение было две такие, значит, оно сейчас слилось в одно. Я начал мазать облепиховым маслом. Почему я показал в упаковке? Потому что покупайте в упаковке. Вот термин 2 года, срок сохранения. И перед вживанием болтать. Ну вот что я и делаю, я вам разбалтываю все свои. Вот видно 16-й год, дата изготовления партии 16-й год. Значит, придатный до 2018. Она еще вот работает. То есть это никак не реклама. Реклама, я бы брал свежий продукт. Так что тут ни при чем. Покупайте в аптеке только. Иначе вам могут подсунуть этот не облепиховое, а другое масло. Шиповника. Масло шиповника. Оно очень похоже. Ну, кто разбирается, тот может легко вычислить. И вот такие вот неприятности, как у меня, где оно там, вот, на мизинце, на одном и на втором, на ноге мажу. И зуд проходит, ну, буквально сразу проходит зуд, и постепенно в течение где-то полутора-двух недель проходит вот это покраснение. А чесать ни в коем случае нельзя. Вот такая вот упаковка. Тут кто хочет почитать, на стоп-кадр нажмите. Я много знаю про облепиховое масло. Я им лечился когда-то. Кишечник лечил. Так что я ему доверяю. Или ей. Тут много питательных веществ. Также оно помогает при радиации. Обжигах радиации на коже. Поэтому я думаю, что вот такое оно точно залечит. Ну, вернее, вылечит, не залечит, а вылечит. Какая-то вот дрянь весной в апреле укусила, даже в конце марта. С вами был Арсений Селезнев Зверобой. Облепиховое масло поможет. Не знаю, как другое, но вот видите, даже старое облепиховое, которое просрочено, уже 21 год, а это изготовлено в 16-м, и оно до сих пор помогает от такого зудящего укуса, зудского, можно сказать, сильного, такого неприятного. На ноге у меня аж синяк образовался, я начал расчесывать, думал, что там что-то другое. И прям почти как синяк. Ну, не буду показывать, тут этого достаточно, в принципе. Так что помогает. Если увидите вот такое покраснение, мажьте. Естественно, если боитесь испачкать одежду, делайте компресс, то есть заворачивайте в компрессную бумагу или полиэтиленом и сверху тряпочкой, там, чтобы не испачкать одежду. Подписывайтесь на канал Арсений Селезнев Зверобой, смотрите обновления. Пока.